Опа! Василий Петрович! О! Василий Петрович! Не орите так! Василий Петрович, у меня к вам разговор. Да. Я хочу поговорить с вами о наших детях. Какие дети? У нас с вами никаких детей нет. И потом у нас с вами ничего не было. Ну, кроме того случая. В 85-м году. Под яблоней. Вы меня не поняли. Речь идет о моей дочери Танечке и о вашем сыночке Павлике. Что он натворил? А то же, что и вы пытались. В 85-м году под яблоней. Но в отличие от вас, у него все получилось. Слушайте, вы мне можете конкретно сказать, что произошло-то, а? Как бы вам помягче объяснить? Ну, давайте, давайте. Вы картину «Грачи прилетели» видели? Ну, и видел. Так вот представьте, что вместо грачей аисты. Я не понял. Чего ж тут непонятного-то? Моя Танечка в залете. Поздравляю. Че, куда-то летит, а? Уже прилетела. А пилот ваш Павлик. И через 9 месяцев на борту появится новый пассажир. Так, вы мне можете толком объяснить? Че вы от меня-то хотите, а? Сними с ручника, папаша. Кого находят в капусте? Капусте? Кочерыжку! Из-за вашей кочерыжки появляются детишки! Слушайте, вы мне можете честно сказать, что вы сегодня употребляли? Я тоже хочу! Я с утра пью валидол, потому что я вся на нервах. Последний раз я так нервничала давно. И когда же? В 85-м году под яблоней. А я тогда, между прочим, ради вас накрасила бровь, выщипала глаза. Чего выщипали? Глаза. Ой, накрасила глаза и выщипала брови. А теперь вы мне можете нормальным объяснить языком, что вы от меня хотите-то, а? Вот упизна вселенская. Моя Танечка беременная. О, вот. Бедная девочка всю ночь жрет соленые огурчики, рассольчиком запивает. Короче, поздравляю вас, папа Карлой. Чё это вы меня обзываете-то, а? И чё это я, это папа Карла, а? Потому что вы отец того Буратино, который сунул свой нос в наш очаг. И оставил там занозу. Вы уверены, что это заноза от Павлика-то, а? От кого же ещё? Не знаю. Он за моей Танечкой по пятам бегал. Да?